сделал я такую фишку. Вот наверху я болгаркой прошелся с двух сторон, чтобы типа закругленная была. А здесь я не делал закругление. И вот они сидят на этом незакруглении. Вот и кто его знает, что им нравится. Закругленная доска или нет. Вот я замечаю, что кто его знает, некоторые советы, чтобы типа она была как палочка такая, круглая вокруг, типа им полезней. Взял болгарку, сделал там заточку, зуб все равно чуть-чуть сточил. Вот видно, что сточил чуть-чуть. А здесь не стачивал. И, кто его знает, вот они сидят, вот им нравится. И может, есть выбор, тут сидеть или там сидеть. Вот они почему-то раньше, когда-то, здесь они редко сидели. А сейчас вот они выбирают здесь сидеть. И вот я думаю, кто его знает, почему они решили вот на такой доске сидеть, а не на той, которая типа удобнее. Ну, не знаю, не знаю. Вот такие дела. Такой вот выбор у них есть.